Всем привет, силачам старой школы, Виктору Блуду, Федору Пушкареву, Александр Кириллов. Вот распечатывает посылку, только что получили. Не вскрывали на почте. Большое спасибо за проявленный интерес к нашим персонам. Так. Это мы отложим пока в сторону. Ага. Так, смотрим пацы. Оцениваем. Александр, как пацы? Отличная. Отличная? Супер? Ну да. Материал атас, да? Да. Ага, отлично. Это значит, мы получили тут Кубатан. Это значит, для моторики пальцев после переломов, для восстановления. Вот-вот, Александр показывает как. Ну и плюс привлечь внимание собеседника. Сказано, что минимум на 10% привлекает. Непосредственно железо. Ну-ка, сразу торцы все покажем. Вот такая группировка. Вот они, сейчас мы их распределим. Саня. Так, это бронза. Так, раскладывай. С первого. Ага. Серебряный, золотой и платина. Кладем. Нет, еще его. Смотрим. Да. Ну и теперь открываем тут непосредственно. Всем было интересно, что же это за ноу-хау от Федора Пушкарева. Ну вот это значит измеритель диаметра стержней, то есть в каждой ложбину можно положить стержень определенного диаметра. Покажем еще ближе. Силачи старой школы, пруткомер, 5, 6, 7, 8, 9, 10 миллиметров. Соответственно, это супер. А вот их письмо, ага. Ребят. Ну, это, наверное, нам принадлежит, я так думаю. Да, почитаем. Значит, возьмем стержни в руки. Посмотрим. Ну, вот это значит у нас 9 миллиметров золотой. Ну вот, непосредственно ложбина для 9 миллиметров золотого стержня. То есть здесь уже болтается. Здесь уже болтается. Здесь его место, а в следующее оно никуда не помещается. Отлично. Отлично. Силачи старой школы, супер. Значит, смотрим на стержни. Самый легкий, первый у нас так называемый резиновый. Черные торцы, резиновые. Прислано нам их 7 штук. 5, ну, Саша попробует сломать разом. Затем идет у нас, наверное, стальной. Да, вот следующий стальной.
Это ж у нас будет 6 миллиметров, 5 штучек. Потом идет непосредственно бронза. Это 7 миллиметров. Затем идет серебро. Это 8 миллиметров. Очень качественно сделаны края. Но видно все, что сделано с большой любовью и очень качественно. Золотой, фаски сняты, золотые края. Это 9 миллиметров, 200 длиною. И последний, мы договорились, что здесь у нас будут от 220 до 180 миллиметров разной длины, диаметром 10. Ну, сейчас, как, Саш, на какой-нибудь готовы мы намотать? Да, смотри, Саша. Мы потом вам постепенно покажем все сгибания всех стержней. Просто сейчас мы только посылку получили, в принципе, не рассчитывали. Давай серебряный попробуем. Ну вот, мы серебро сейчас замотаем. А просто скажи, что нету ни магнезии, да, ничего вообще. Да, да. Нет у нас ни магнезии, нет резинок. Ну вот, пацы есть. Возьмем стержень. Померим диаметр, у нас тоже есть чем померить. Ну вот по такой вот его отсек навожу. 8 миллиметров серебро. В длине подкладем на линеечку. Ну, длина у нас 180. Длина 180. Ну, Саша сейчас попробует. В общем-то, без магнезии, без резинок, по правилам, сам себе намотает, без дополнительного закрепления, ну, очень качественные, качественные пацы. Ребята, молодцы, молодцы, главное, не это дело не прекращайте. Американской сертификации не надо быть на земле нашей. Александр, чем сможет, вам поможет протестировать, рассказать, показать. Все, что знаем, всем поделимся. Давай вот так. Перейди сюда. Потом мы снимем видео со всеми сгибаниями. Как и обещали, 5 резиновых погнем. Посмотрим, может быть, и следующий размер там в нескольких количествах. Пацы, конечно, атас, да? Да, резинок нету, будем вот так, как бы с корабля на бал. Ну вот так. Значит, серебряный пруток 180 на сколько у нас получается? На 8. На 8. И расскажем, что мы чувствуем там. Не баллон, соскакивает. Да? Ну попробуй, попробуй. Сейчас я попробую, дай мне густо. Очень гладко. Сейчас
очень гладко воняет. Ну, да то сразу его схватили и все. Серьезно? Руки скользят. Не идет на нем. Не могу схватиться. Значит, ребят, ну, в связи с тем, что мы тут не были подготовлены, что сейчас получим. Александр был на тренировках, к нему в зал приехали. Мы обязательно все запишем, все покажем. Вот это просто классные сейчас. Классные гвозди. Да, классные гвозди. Вот Саша вам все расскажет. Супер. Спасибо, мужики, за подарок. Я думаю, вам все продемонстрируем. Да, все поможет. Очень качественно сделано. Качественный материал, да? Ну да. Так что ждите наше видео. Обязательно мы все вам покажем. Ну и вот это вот, конечно, очень-очень интересная штука. Всем спасибо. Спасибо. Класс.